данный момент у меня есть такой конфиг. Это Mac Pro 3.1, которым интересовались. И видеокарта RX 562 гигабайта. На нем уже работает данная. Конечно, без бутскрина, просто как есть. Но на самом деле это было RX 460. Я подобрал BIOS подходящий по таймингам, по оперативной памяти, по частоте GPU, как говорится, и она отлично работает, проблем никаких нет, ничего не артефачит, все окей. Так, далее у нас что тут? Пробежимся, да, по-быстрому. Так, пожалуйста. Теперь нас что интересует? Нам теперь нужно... надо пройти некоторые тесты, наверное, да, посмотреть вот сюда, пожалуйста, наша видеокарточка, да, у нее всего лишь 8 линий PCI Express, ну, это косметика, да, спойная GT, на самом деле 5. Так, графика, пожалуйста, Metal GPU Family, MacOS 2 уже, да, поддерживается полноценно, то есть техевка, все остальное тоже есть. Сейчас я покажу, как эта видеокарта выглядит. Со стороны, как грузится система, у меня она не загрузилась. Не включился вначале бутпикер, потом он появился. Тут некоторые проблемы были с этим. Монитор у меня всегда с бутскринами этими интересными дружит. Итак, это наша видеокарта. Грузочек от вендора HP Hewlett Packard RX 560, перешитая из RX 460, 2 гигабайта. Также там видно мой SSD PCI Express Kingston HyperX Predator. В общем, запускаем. Посмотрим, как это все запустится. Запустилось. Теперь ждем загрузки системы. Все, мы загрузились. Для того, чтобы проверить функции нашей видеокарты, начнем с простейшего, даже не теста, а просто детектора. Это наш такой софт видеопрок, который позволяет узнать, поддерживается ли наша видеокарта. Ну, как видите, все есть, да? Даже я сделаю вот так вот, нажму, чтобы он обновил информацию в системе. Данный софт и показал поддержку кодеков актуальных на данный момент. Как видите, все актуально, все поддерживается. Да, это маленькая видяшка, которая стоит, грубо говоря, копейки. К остальным своим братьям. Сейчас, к сожалению, да, на хайпе ценник на него вырос в 5 раз. Но, тем не менее, самый доступный из всех поддерживающих этих технологий. Далее попробуем прогнать тесты. Там кабелю. Откроем нас GL View, посмотрим. Пожалуйста, OpenGL 2.1, здесь там показывает 4.6. Так, все, можно. Ну, видимо, больше он не может ничего дать здесь. Так, это мы сейчас пробуем протестировать Geekbench, 4-й данный момент.
Бен-4 прогоним. Ну, металл начнем. Так, наш металл и OpenCL. Ну, в принципе, что-то на уровне HD7850, может быть, что-то, наверное, не знаю, даже похуже, но это, грубо говоря, затычная видеокарта, которая, во-первых, не требует никакого питания дополнительного, во-вторых, 8 линий всего PCI-Express использует и умеет современные технологии. В целом можно пользоваться, как говорится, на безрыбье текущем, если нет денег на что-то более дорогое, совершенное. Через OpenCore без проблем на Mac Pro 3.1 можно и пользоваться. В целом все. С вами был Макс. Рассказываю просто о сложном из майского дождливого Питера. Всем спасибо. Берегите себя. Пока.